Фильм о поездке на остров Шикотан Виктора Драганича с друзьями мы предлагаем вашему вниманию не как красивую зарисовку о подводной охоте, а как советы бывалых охотников начинающим и тем, кто ни разу не был в этих краях. Мы постараемся уберечь вас от ошибок в организации таких далеких путешествий, чтобы они были вам в радость, а не в муку. Начнем сначала. Попасть на Курильские острова, в частности на остров Шикотан, непросто. Это погранзона, для посещения которой необходимо получить разрешение еще в Москве. Все основные вопросы перемещения команды охотников по прибытию в Южно-Сахалинск обговаривались и решались еще в Москве. Итак, по порядку. Авиабилеты. Цена интересная. От 8 тысяч рублей до 20 тысяч. В зависимости от маршрута и перевозчика. Если напрямую – дороже, заправка в Красноярске – дешевле и так далее. Все узнайте и отмерьте 7 раз в Москве. Снаряжение подводного охотника весит немало. Ребята брали по 2 костюма, кто-то по 2 ружья, фонари, ножи и так далее. Самое тяжелое снаряжение охотника – это груза. Что делать? Они дают огромный перевес, за который вас заставят платить деньги. Ребята решили этот вопрос оригинально. Надели груза на себя, и на все вопросы милиции и других сотрудников Аэрофлота придерживались жестко одной легенды. Все они спортсмены, и перенос тяжестей на себе входит в обязательную программу тренировок. Весь день носим на себе и снимаем только на ночь перед сном. Сгоняем вес, тренируем дыхание. Стоит вам сказать, что эти груза нужны вам только для подводного плавания, вам тут же предложат положить их на весы вместе со всеми вещами, что неминуемо ощутимо ударит по вашему кошельку. Из порта Корсаков на корабле идем до острова Шикотан. Билеты на корабль заказываются из Москвы, желательно каюты на верхней палубе, так как мест всегда не хватает и нижние палубы используются как общий вагон в поезде, где всегда шумно, тесно и душно. По приезду на остров мы взяли в аренду 2 катера для охоты и путешествий вокруг острова. Этот вопрос тоже решали из Москвы, найдя человека, знающего живущих на острове аборигенов. Как сказал Виктор, неожиданности мы ждали только от погоды. Ни одного важного вопроса не оставили на русское авось. Володя, куда мы пойдем? Мы пойдем через мыс Угловой, бухту Дельфинную. А там, куда Бог пошлет. Как по погоде, да? А вы давно здесь работаете, Володя? На Шикотане? 8 лет. 8 лет уже? А живу здесь с 65-го года. Ну и как, нравится? Наше болото. Не променяете, да, ни на что? Я уезжал в Сибирь, жил вот, по землетрясение. Вот как? Жена перепугалась. Вот что как? Было? Я передумал. В Сибири было землетрясение, да? Да, перед Нефтегорском у нас было. А, вот оно что. Ну, пошли. До 11 баллов. Вообще здесь часто трясет, да? Ну, что, 8 уже. Осень уже. 4-5 жизни. Ну, понятно. Ну, ладно. Остров сел после трясения, где-то на 1,8 метра за 2 метра осел. Весь остров? Что вы говорите? А пойдем куда? Вот сюда, да? Пойдем. Дельфинку вот. Продукты есть еще. Здесь рассказывали, сторожка есть, здесь баньки нет, да, это сауны. Баньки нет, сауны нет. О, а у меня же компас. Да, да, машину берем. Все, взяли, ориентир. Вот, топливо, компас. Все, выходим. Какие вы швартовые. Это, мы на какой остров идем? Вот, ну, вот на этом острове, вот так вот. Так, бухта... Дельфиния, вот он. Дельфиния, да. Вот. На самом юге острова Шикотан.
Еще один немаловажный совет. Лучший месяц для охоты – это сентябрь. Штормовых гарантий нет. Такой уж регион. Дожди, туманы, ветра и неожиданно солнечная погода. Ребята собирают лодку для отправки разведчиков на место предполагаемой стоянки нашего палаточного лагеря. Сердце трепещет от волнения. Ну когда же начнется она, эта охота, за которой мы приехали на край света? Ламинария или морская капуста. Знание нехитрых рецептов позволит вам полакомиться этим полезным морским продуктом. На берегу ребята нашли вот это железное колесо с надписью «Хиросима». Отголоски какой-то другой, неизвестной нам жизни. Из-за большой влажности, туманов и дождей съемка этого сюжета часто проводилась с помощью бокса, иначе видеокамера очень быстро бы вышла из строя. Одежда с непромокаемой пропиткой в самый раз. Термомешки, в которых вы будете хранить сухую одежду, просто необходимы, если вы заботитесь о своем здоровье и комфортном самочувствии. Одежда нужна и легкая, в которой можно загорать, и теплая, от холодного ветра и сырости. Мы решили остановиться в этой тихой бухте. Жили в палаточных городках, что не привязывало нас к одному месту и позволяло быстро свернуть лагерь и поменять место охоты. Палатки, туристические коврики под днище, спальные мешки. Всю посуду, кастрюли, сковородки, ложки, вилки мы покупали на месте. От газовых баллонов и плит отказались. Лишний вес при перелете. Купили топоры, пилы и готовили еду на кострах. Ружья можно брать любые. Арбалеты, пневматику, что вам нравится. Но длиною не менее 70 сантиметров. С коротким ружьем хорошо на неглубокой реке с прозрачностью 1,5-2 метра. А море требует иного снаряжения. Даже для охоты на скальную рыбу длинный гарпун предпочтительнее короткого. Прицельнее стрельба по рыбе. Более длинный гарпун тяжелее короткого. Рыба на нем не так бойко сопротивляется. Затащить далеко в камни длинный гарпун сложнее, чем короткий. Дотянуться рукой до такого гарпуна легче, доставая его из-под камней, а не вытягивая добычу за линь, что часто приводит к сходу рыбы. Надо помнить, что охота проходит среди скал и камней, и мягкие наконечники быстро тупятся, а стрелы из плохой мягкой стали быстро гнутся. Поэтому все охотники этой экспедиции стреляли закаленными гарпунами и стрелами от Дороганича. Важно знать, что вода в Тихом океане плотнее, чем в Черном и Средиземном море, и к вашему грузовому поясу придется добавить от 3 до 4,5 килограмм. Хочется сразу уберечь вас от серьезных неприятностей в связи с приемом в пищу сырой или плохо проваренной и прожаренной рыбы. Дело в том, что многие виды рыб страдают от паразитов. Глистов и червей в природе так много, что мы не будем их перечислять. Но поговорить с местными рыбаками и проводить визуальный осмотр мяса у пойманной рыбы не помешает. У этого симпатичного окуня мясо оказалось усыпано мелкими глистами. Хорошо, что местные рыбаки нас предупредили, что есть эту рыбу в данное время года нельзя, и уберегли нас от серьезных проблем, так как осложнения могли быть серьезными, тем более, что вблизи не было ни больниц, ни поликлиник. Зубатки – семейство морских рыб отряда окунеобразных. Зубы приспособлены для разгрызания твердой пищи, моллюсков, крупных ракообразных. Если верить советской энциклопедии,
то угревидная зубатка обитает у берегов Северной Америки и достигает длины до 2,5 метров. Дальневосточная зубатка, прибрежная форма, встречается в северо-западной части Тихого океана, длина до 112 сантиметров. Синяя зубатка распространена в северной части Атлантического океана, главным образом в Баренцевом море, на глубинах от 75 до 800 метров, длиною до 138 сантиметров. Пятнистая или пестрая зубатка по ареалу сходна с синей, встречается на глубинах от 50 до 500 метров, длиною до 135 сантиметров. Обыкновенная или полосатая зубатка распространена в Баренцевом и Белых морях, встречается на глубинах до 500 метров. Хочу успокоить вас, дорогие охотники. Нырять на 500 метров в районе острова Шикотан вам не придется. Рыба обитает на более скромных и доступных глубинах от 10 до 15 метров. Далее 15 метров трава перестает расти, а где трава, там и кормовая база для рыбы. Зубатки нам попадались до 30 килограмм. Стояли они обычно в камнях и каменных пещерах. При появлении охотника старались напугать его и отогнать от места своего обитания, угрожающе открыв огромную пасть. Вот тут-то, охотник, и не зевай. Выстрел в район верхнего неба будет надежно удерживать рыбу на гарпуне. И охотник, схватившись за хвостовик гарпуна, обезопасит себя от мощных зубов этой рыбы, которая, по рассказам местных рыбаков, может откусить кусок деревянной лопасти весла. А уж пальцы охотника просто легко. Виктору Драганичу в одну из первых поездок на Дальний Восток повешенная на кукан зубатка отхватила огромный кусок неопрена от гидрокостюма. Хорошо, что в том месте, где куртка лежит на брюках, то есть двойной слой неопрена. А то и кусок мяса от бедра или со спины охотника отхватила бы и не заметила. Стрелять зубатку нужно в раскрытую пасть или сразу за головой в жесткое мясо спины. Не стреляйте в мягкие части тела, в живот и в хвостовую часть рыбы. Скорее всего, мощная рыба вырвет гарпун, так как мясо у нее мягкое и слабое на разрыв. Если ранение было серьезное, то она погибнет, забившись в камни или просто уйдет от вас. Подбитую рыбу, исходя из нашего предыдущего рассказа, лучше не таскать с собой на кукане, а сразу передать товарищу на катер или повесить на буй. Поиск этой рыбы среди камней и пещер происходит по следам разгрызанных моллюсков и ракообразных. По осколкам их панциря можно определить, что в этом убежище проживает эта хищница. После выстрела следует сразу вытаскивать ее из камней, схватившись за конец гарпуна, не давая размотаться катушке, если она у вас есть. Иначе рыба так забьется под камни, что достать ее будет просто невозможно. Или вырвите кусок мяса из рыбы, или останетесь без гарпуна. Рыба эта очень вкусная, как жареная, так и копченая, но только сразу после поимки. Если рыбу подвергать заморозке, и не дай бог неоднократной, она теряет свои вкусовые качества и просто тает на сковородке, оставляя только хребет и расплывшуюся желеобразную массу. Не-не-не-не-не! Лодку не надо! Лодку убирай! Лодку санёк! Не-не-не-не! Давай, какой крокодил! А щёки не толстые! Повыше!
Эта зубатка в жестоких боях за выживание потеряла один глаз. Но до поимки чувствовала себя прекрасно, отлично питалась и выросла до внушительных размеров. Даже кукан, захлестнувший ее пасть, не помешал зубатке намертво вцепиться в камбалу. Перед тем, как выкидывать, спрашивай. Ну вот я и спрашиваю. Ну как, у меня такое еще не едят. Кукумария. Салат. Морской еж. Ну вот, вот эти есть. Еж морской, да, небольшой. Вот это старый, молодой пятый, да? Он уже треугольный. Нет. Гребешок свиста. Мы покидаем большую церковную бухту в поисках новых мест охоты и новых приключений. Дельфины провожают наш кораблик, приветливо выпрыгивая из воды. Раз, два, три. Вон серебрянка почти. Вот он такая, да? Вот это хороший, да? Вот серебро. Ну-ка, ребята, дайте снять. Да, вот оно серебро. Грузи мне сейчас. Ой, подожди, дайте, вот она открывает. Давай, залезай быстрее, Заза. Тебя снимать будет. Меня это кино. Айда, Зазик. Айда, сукин сын. А вот и горбуша. Пока она не зашла в устье рек на икромет, охота на нее разрешена. В море она еще не потеряла свой серебристый цвет и называется местными рыбаками серебрянка. Стоит ей подойти к устью пресных рек и немножко постоять в опресненной воде, она теряет свой серебристый окрас, геометрия ее тела изменяется, и что самое печальное, меняется и вкус мяса. Эту рыбу местные рыбаки не едят, и нерпы, активно ныряя в прибрежных водах, не питаются этой рыбой, а ловят в море серебрянку. Нет, в объектив посмотри. Показывай, как так делаем. Вот так и оставь. И тянем, оставь. Батюшка, посмотри хоть. О, сейчас, Батюшка, погоди, где дубль 2. Называется грохотать икру. Девается сетка-грохотка. Таким вот образом. Она вообще-то делается на рамке деревянной. Она уже натянута. На рамке, да? Ага. Ну, у нас такие походные условия, да? Да. Мы ее вот нашли. Это уже готовые в баночке у нас, да? Да, ну вообще процесс ее очищения, еще потом она очищается, чтобы вообще ни маленького кусочка лишнего кровинки или еще. Ну это когда уже такая... Да, когда делаешь ее. Такая переработка, да? И батюшка грохочет. Называется грохотать. Грохотать. А вот и Сережа. Вить, затащи папу. Охота по соседству с нерпами добавляла экзотики и остроты в нашем путешествии. Конечно, нерпа не акула, но наблюдать постоянно со всех сторон мелькающие полутораметровые тени не очень приятно.
Охотник не может полностью расслабиться, задержка дыхания сокращается. Да и рассказы местных рыбаков о том, что нерпа, конечно, не опасна, а вот клыкастый самец сивуч, охраняющий свое стадо, может представлять серьезную опасность. Скорость у сивуча огромная, и в воде от него не убежишь. В районе, где охотились нерпы, мы встречали много раненой рыбы. Это морская звезда, которую вытащил Зазик. Да. В этих окрестностях был старый японский аэродром. Здесь стоит наш лагерь, который состоит из нескольких палаток. Пресноводная речка впадает в океан. Краб-колючка, краб-волосатик. Шкура у этого краба очень мягкая и бархатистая, покрытая маленькими волосками. Поэтому и называется он волосатик. Стоим мы в живописной бухте, которая называется Аэродромная, в память о старинном японском аэродроме, с которого улетали летчики-камикадзе. Взлетная полоса была рассчитана приливом в одну сторону. Летчики знали, что обратной дороги у них нет, сесть они уже не смогут. Интересные водоросли живут прямо на деревьях, как тряпочки болтаются на ветках. Это некоторые виды мха. Когда мы вышли утром на берег, у нас захватило дух от этой красоты и величия природы вокруг нас. Острова в тумане, краем нас задевает тайфун. За этим каменным перешейком находится речка, в которой мечет икру горбуша. Перепрыгивая через этот каменный перешейк и через все другие препятствия, которые она встречает на своем пути. Мы едем по старой японской дороге. Как рыба проходит по этому мелководному ручейку, неизвестно. Просто чудо природы. По дороге попался очень крутой подъем. Пришлось выгружаться. Ручьи текут прямо по дороге. Мы ехали прямо по горной реке. Вся дорога – это один сплошной ручей. Бухта маячная острова Шикотан. Дальше только Тихий океан и Америка.
Ребята снова уходят под воду. Вода ярко-синего цвета. Сегодня прекрасная солнечная погода. Поговорим о такой части снаряжения подводного охотника, как плот или буй. Многие охотники, плавающие в небольших реках и озерах, не привыкли к этой части снаряжения. В мелких речках, коряжнике, густой траве, камышах просто невозможно охотиться с прикрепленным к поясу буем или плотом. На море это совсем другое дело. Акватория огромная, потерять человека легко. Красный буй на воде видно далеко, тем более с катера. На волнах ветреную погоду охотника быстро сносит с интересного участка охоты, и без буя его очень легко потерять. Бросили якорь буя и спокойно изучайте акваторию вокруг. На буй можно закрепить запасные ружья, фонарь, кукан. Охотники уходили далеко от лагеря, и возвращаться за другим ружьем или фонарем, конечно, неудобно. А тут все под рукой. Опять же, места неисследованные. Какие глубины, непонятно. Чтобы чувствовать себя комфортно на разных глубинах, нужно менять вес грузового пояса. Опять же, груза можно повесить на буй. Охота на камбалу не представляла сложности. Рыба лежала на песке или камнях. Неприятность будет поджидать вас при попадании гарпуна в камни. Смотрите внимательно. Сейчас в пунктирном квадрате появится крупная зубатка. Подводная охота. И это не отправка рефрижераторов с мороженой рыбой из рыбных регионов в столицу. Подводная охота – это путешествие по миру, такому прекрасному и незнакомому. Это спорт, требующий смелости, тренированности и закаленности вашего организма. Это ваша способность принимать единственное и правильное решение в экстремальной ситуации. И от этого решения порой зависит ваша жизнь и жизнь вашего друга. Переезжая по острову с одного места на другое, мы выехали на старое японское кладбище. Кто лежал под этими плитами? Японские рыбаки? Или это памятники тем 20-летним мальчикам, поверившим в лживые речи политиков о превосходстве одной нации над другой и взлетевших с островных аэродромов, зная, что обратного пути у них нет? Ржавые танки, как старые солдаты, смотрят своими пушками на восходящее солнце, напоминая нам, что далеко не все благополучно в этом мире. И мы рады тому,
что в ствол этого танка вкладываем не очередной снаряд, а полевые цветы. Прощай, далекая и прекрасная земля, нам будет тебя не хватать в нашей короткой и суетной жизни.